Пятый канал представляет. Ребята, я внутри немецкого квеста, представляете? Тут реально сложно и реально жутко. А еще тут нет связи, так бы стримить начал. Ну, и ладно, главное, что все пишется, друзья. И я буду первым, кто расскажет об этом уникальном экспириенсе. А вы первыми, кто увидит это. О, еще одна загадка. Ничего не понимаю. Какая же формула тут лишняя? Деление вместо умножения? Причина смерти совершенно очевидна. Это поражение электрическим током. Ночью гроза бушевала, а на прошлой неделе на соседнем пустыре в дерево молния шандарахнула. Я не понимаю, зачем нас вызвали на некриминальный труп? Я не обнаружила узоры молнии на коже. Обычно при поражении молнии точка входа – это либо голова, либо грудь. А здесь совершенно явно, что ток вошел через руку. А может, у него зонтик был? И его через зонтик... Вань, а ты можешь так сделать, чтобы свидетель нам не мешал? Пойдемте к машине, я запишу ваши показания. Так а что писать-то? Я просто на работу шел, тут пацан лежит. Незнакомый? Нет, незнакомый. Не местный. Скорее всего, он схватился рукой за токопроводящий предмет, под напряжением около 6 киловольт. Телефон расплавлен. Ну, есть студенческий билет на имя Дружинина Антона Олеговича. Олегович. На краю пустыря отпечатки протектора. Вроде свежие, но сильно размытые. Отлично. Вань, сгоняй в институт, разузнай про погибшего. Как жил, с кем дружил? Ага. Чем дышал, кому мешал. Принято, делается. Да! Илья Сергеевич, это Алина Худякова, девушка погибшего Дружинина. Проходите, присаживайтесь. Скажите, вы знаете, что делал Дружинин ночью на пустыре в Кронштадте? Играл. Играл? Он был просто помешан на квестах. Если не торчал в эскейп-руме или не сидел с приятелями за очередной настолкой, то играл на компе или участвовал в уличных бродилках. Я так смотрю, вам это не очень-то нравилось. Ну да. Сколько можно? Неделю назад он пригласил меня в ресторан. Хотел поговорить о будущем. И не пришел. Я ему потом звонила, он даже не извинился. Сказал, что занят, что нашел выход на очередной квест. Скажите, вы знаете, с кем он играл? Может, назовете кого-нибудь? Да я давно ни с кем не общаюсь из этой тусовки. Ну, я принесла его компьютер. Может, там есть какая-то переписка, и вообще он может вам как-то пригодиться. Спасибо. Оказывается, наш Дружинин был еще и начинающим видеоблогером и записал последнее видео за 2 дня до смерти. Друзья, представляете? Я нашел выход на легендарный немецкий квест. Обещаю, я не упущу этот шанс. Кстати, я знаю, где он это записывал. Там рядом escape room. Давай адрес тогда. Нашим ребятам они разберутся. Татьяна Николаевна, я должен туда ехать. Я единственный в команде, кто хоть что-то в этом понимает. Считайте, что у меня обеденный перерыв. Точно, Антон. Да, был недавно. Когда у нас что-то новенькое открывается, он обязательно приходит попробовать. А немецкий квест он тоже у вас нашел? Нет, у нас только комнаты. В немецкий это где-то по подземельям. Да и то это городская легенда. В смысле? В прямом. Ходят слухи, что где-то под Питером есть бесконечный лабиринт, построенный то ли немецкими инженерами еще при Петре, то ли немецкими шпионами перед блокадой. Якобы вход туда открывается раз в год, напичкан смертельными ловушками, и пройти может только избранный. Бред какой-то. Действительно, звучит как сказка.
Или как хороший рекламный приквел. Я в этой сфере не первый год. И не встречал никого, кто бы видел его своими глазами. Лента Мёбиуса. Нечто бесконечное зацикленное. Мёбиус. Мёбиус немец. Здравствуй, герой. Добрый день. А подскажите, пожалуйста, у вас можно поиграть? Конечно. Тебя ждут удивительные приключения. А немецкий квест тоже есть? Немецкий, безусловно. Любой каприз за ваши деньги. Записывай адрес. Внимательно слушаю. Впервые у нас? Да. Я только сегодня узнал, что есть такой квест. Говорили, что к вам сложно попасть. Это правда. У нас игры только для избранных. Прошу. Присаживайтесь. Ждите. Ты кто? Снежана. Тебе не нравится? Да я просто хотел получить задание. Тогда раздевайся. Уже наигрался? Ну, то слово. Заплатил. Читать умеешь? Следственный комитет. Это вы сейчас мне заплатите за организацию притона. Отошел! И она вся такая в коже, с плеткой. Я думал, Дружинин тоже видел это объявление, что он тоже из эскейп-рума. Его прямиком в Бордели Хаус. Ты правда думаешь, что он мог погибнуть из-за игры? Ну, а почему нет? А потому что его отпечатки накануне появились в нашей базе. Дружинина разыскивают по подозрению в угоне автомобиля и краже цветмета. Воровал не значит не играл, поймите. Это не может быть просто совпадением. И лента Мёбиуса, и квест-рум. Объявление как объявление. Фигнёй ты страдаешь, стажёр. Только принтер у них что-то барахлит. Какие-то буквы жирные, какие-то нет. Даша, ты гений. ДЗЗЧЖД. Это не слово. А если по номерам в алфавите? Д это 5, З это 9. Бессмысленный набор цифр. А если так и вот так? Координаты. Татьяна Николаевна, почему я до сих пор не вижу окончательного акта экспертизы по трупу Дружинина? Потому что у меня пока нет окончательного мнения. Насколько я понимаю, признаков насилия или следов борьбы на теле нет. Зато есть версия, что во время кражи кабеля произошел несчастный случай. И подельники Дружинина пытались избавиться от трупа. А следовательно, это дело не Следственного комитета. Товарищ полковник, с версиями это к Илье Сергеевичу. Моя задача – окончательно подтвердить или исключить убийство. И я не буду писать заключение до тех пор, пока я не буду на 100% уверена. Я могу идти? Да. Митя, что с одеждой? Где тебя носит? Опять полез не в свое дело. Даша, ты Макарова видела? Умчался проверять новую версию. Какую, вот эту? Да. Он решил, что это координаты. Этот штурман у меня допрыгается когда-нибудь. Трубку не берет.
Я был прав. Я в игре. Митя, сзади! Я первым это нашел! Это моя игра! Что ты делаешь? Зачем? Слушайте, вы должны меня отпустить. Я какой год пытаюсь попасть в эту игру, и всякий раз находится умник, который меня опережает. Слушайте, вы на человека напали. Просто психанул. Я первым расшифровал объявление. Я первым нашел граффити. Хотел испортить рисунок, чтобы у остальных не было шансов. Слушайте, а вы можете объяснить, что вообще в этой игре такого, что все с ума сходят? Что такого? Да немецкий квест — это как священная грааль для настоящих фанатов. Я на что угодно готов, чтобы туда попасть. А кто все это организовывает, объявления развешивает, граффити рисует? Понятия не имею. Какая разница? Отпустите меня, пожалуйста. Слушай, а почему ты вообще решил, что ты первый расшифровал объявление? Буквально 2 или 3 дня тому назад какой-то парень в интернете уже хвастался, что попал в квест. Так то была первая игра этого года. Там я сразу затупил и понял, что без шансов. А это вторая? Третья и последняя. Что ж ты тут всю ночь посидел, сынок? Ты работа важная. Не бережешь ты себя. Тело утопленника найдено в Кронштадте. Виктор был найден мертвым накануне на территории Кронштадта. Личность удалось установить быстро. Было ли убийство — большой вопрос. Илья Сергеевич, у нас еще один труп. Так, пока я не попью чаю, мне никакие трупы не интересны. Послушайте, я взломал закрытый чат фанатов немецкой игры. Игра проводится уже 4-й год. Сериями по 3 игры в год. Дата и время из года в год не меняется. Сейчас идет отбор в 3-ю игру. Собственно говоря, через 48 часов начнется новая игра. А участник 2-й игры тоже труп. Я прочитал его сообщение в чате, пробил по нику, выяснил, что это Виктор Козловский, 99-го года рождения, программист. А сегодня утром в Кронштадте, в районе форта Петра I, из залива выловили его тело. Илья Сергеевич, понимаете, 2-я игра, 2-й труп. Так, ну теперь давай все то же самое, только в 2 раза медленнее. В общем, сегодня в Кронштадте... Так, я сказал, в 2 раза медленнее. Митя, подойди сюда и посмотри, какая дивная розовая пена в дыхательных путях. Можно я сначала с планктоном закончу? Твой планктон никуда не разбежится. Иди и посмотри. Ну, ты эксперт или кто? Замечательная пена. Так, потрогай легкое. Замечательные легкие, очень большие. Митя, трогай легкое. Он тебя не укусит. Обязательно в другой раз. Ладно, что у тебя там с планктоном? Так и разбежался. В смысле? В смысле, его нет. Ни во внутренних органах, ни в пробе из основной кости, даже в легких планктон отсутствует. Очень хорошо. Значит, мы можем предположить, что утонул он не в заливе и не в открытом водоеме. В легких Козловского обнаружена водопроводная вода. То есть в залив его бросили уже мертвым.
То есть два игрока погибли при странных обстоятельствах. Ну и логично предположить, что третья игра тоже закончится чьей-то смертью. Нужно этого избежать. Как? Илья Сергеевич, я должен продолжить отбор. Митя, даже не вздумай. Почему? Ребята меня прикроют, а когда я доберусь до игры, собственно, до лабиринта, вы ворветесь с криками «Всем стоять, работает полиция». Мить, а без крика никак нельзя? Нельзя. То есть можно, но это рискованно. Илья Сергеевич, надо решать, иначе еще кто-то погибнет, а организаторы на год залягут на дно. Илья, я прошу тебя, пожалуйста. Пашков может пойти вместо стажера. Не может. Вы граффити видели? Не разберется Ваня, как решать эту головоломку, а будут и другие. А ты разберешься. Уже разобрался. Тут зашифрован логотип спортклуба на Ваське. Футбольные ультрас там заседают. Илья Сергеевич. Ладно, хорошо, попробуем. Илья! Ну, а да, они с пацанами, куда идут вообще? Когда? Вечером? Ну, пока, все бьется и будет сразу. По-моему, у Мити против фанатов нет шансов. По-моему, ты его недооцениваешь. Сетка на то, что его вынесут. Он их всех сделает. Извините. Скажите, а вы вот такую вот ленточку не видели здесь? Пацан, ты заведением не ошибся? Нам три пива. Привет. Я Митя. Болельщик. За кого? За наш. Красава. О, а я вроде видел такую закорючку в туалете. И еще пиво моим друзьям, пожалуйста. Придушу, гнида! Извращенец! Извращенец! Вы поняли, это просто головоломка! Мне нужна ваша... Извращенец! Что я требовалось доказать? Можно блокнот? Опять координаты? Саша, останови где-нибудь. Надо понять, куда дальше. Шифр Цезаря со сдвигом. Следующая подсказка. Ну что там? Мини-маркет. Заря. Холодильник. Мороженое. Там был еще третий фрагмент, до которого я не добрался. Наверное, это именно в нем объяснялось, что нужно было искать в этом холодильнике с мороженым. А, ничего, по дороге разберешься, Сань. Давай в мини-маркет Заря. Вань. Деньги гони. Приехали. Но он закрыт. Как же так? Ну не судьба, значит. Сделай паузу. А мы пока займемся нормальной работой. Выясним, кто нарисовал граффити и оставил тебе шифровку в туалете. Вернемся завтра к открытию. Тебя подвезти куда? Да нет, сам доберусь. Прошлую ночь совсем не ложился.
Вань, ты чё, по шаверме? А, да, точно, поехали. Алло. Полиция. Я не жулик, я эксперт. Ксива твоя где? Я же говорю, я был на задании, под прикрытием. Удостоверение специально оставил в конторе. Ой, короче, эксперт, попал ты. Статья серьезная. 215, часть 4. До 2 лет. Я же могу позвонить со своего телефона. У меня же есть на это право. Полковник Усару. Спасибо, что вытащили. Не забудешь, спасибо. Объясни, зачем ты туда полез? Неужели нельзя было до завтра подождать? Ну, потому что если не я, то кто-то другой забрался бы туда ночью. Ну, как вы не понимаете? И граффити, и надпись в баре были в общем доступе. И конверт в магазине забирал первый, кто его найдет. Я уверен, что важно было не ждать, что это было частью игры, что я должен был совершить что-то такое. Наверняка и Дружинин угнал машину и воровал металл ради квеста. Макаров, позоришь профессию. Авантюристам не место в органах правопорядка. Сегодня ты взломал магазин, завтра сфальсифицируешь улики. Товарищ полковник, я вас... Только не надо бить на жалость. Ты уволен. Как уволен? Вчерашним числом. Не собираюсь отвечать за твои художества. Сдаю удостоверение. С операми из отделения я договорился. Иван с Дашей сейчас в магазине. Объяснят там, что стажером просто систему безопасности тестировал. Заодно выяснят, как конверт оказался под морозильник. Чертова дернула назвать фамилию Сара. Чертова дернула вообще заниматься этой самодеятельностью. Здравия. Слушай, Митя, он еще передумает. В этой игре больше никто не умрет. Без этого никто не сможет пройти дальше. Все образуется. Мы сейчас подключим Лукьянова. А вы, может, даже какие-то отпечатки сможете снять с этого пазла. Ты же не будешь делать глупости? Все будет нормально.
Но этого не может быть. А что это такое? Ловушка? А на кого? Дай посмотреть. Чего она такая маленькая? Как бы в нее кто-то залез? Кто мог меня опередить? А наживка где? Сожрали, что ли? Что это за точечки? Такие точечки. Пацан, ты гений. Это шрифт для слепых. И что там написано? Так, это цифра 911-734. Это телефон. Мои поздравления. Ты прошел отбор. Последний шанс передумать и отказаться. Я готов продолжить. Это твой выбор. На стоянке каршеринговая машина. Данные скину на телефон. Добро пожаловать. Компания «Самовоз» приветствует вас. Маршрут построен. Пристегните, пожалуйста, ремни безопасности. Набережная, его уже нет. Телефон отключен. Если включится, мы тут же об этом узнаем. Спасибо. Послушай, я и дружинин, и Козловского нашли в Кронштадте. Может быть, он туда двинул. Так, что мы знаем на данный момент об организаторах квеста? Пробили художника, который рисовал граффити. Про квест он ничего не знает. Рисунок, инструкции, гонорар получил в почтовом ящике. И в магазине ничем не помогли, этот конверт мог валяться там неделями. В спортбаре тоже понятия не имеют, откуда могли взяться надписи в туалете. Единственное, что есть мужик, который клеил объявление у Escape.ru, попал на уличные камеры, но опознать его там невозможно. Это плохо, плохо это все. Костя, очень оперативно добываем всю информацию по квестам в Кронштадте. Делается. Так, поднимаем все сводки за последние годы обо всех несчастных случаях с молодыми людьми до 30-35 лет. В жилых домах такого напряжения, от которого погиб дружинин, нет. Ну, значит, нам нужны промзоны. Да, подстанции, оборонные, подземные коммуникации, не знаю, заброшенные, законсервированные промышленные объекты. Здесь таких мест десятки. Да вот именно! Олег Сергеевич, о квестах в Кронштадте никакой свежей информации. Единственное, что удалось найти, чей-то фотоотчет о маршруте по кронштадтским подземельям. Но он 6-летней давности. Ну, лицо знакомое. Алина Худякова. Только ей здесь лет 17. Стоп. А это то, что я думаю? Эй! Есть кто-нибудь? Эй! Эй!
сейчас очень важно, чтобы вы вспомнили этот квест. Я помню, конечно. Это было одно из самых бомбических приключений. Очень крутая атмосфера. И страшно, и любопытно, и весело. Мы бродили в темноте по каким-то подвалам. А где именно это было? Где-то в Кронштадте. Нас привезли в автобусом ночью. А если окажетесь там, вспомните? Не уверена. А что вы можете сказать об этом человеке? Кто это? Это Никита. Он был у нас оператором. Благодаря ему все было так здорово. А что-нибудь еще о нем знаете? Не знаю, мы больше не пересекались. Ну, кажется, он говорил, что математик, что учится в аспирантуре. Еще фамилия у него была смешная. Немец. Немец. Немец Никита Игоревич погиб ровно 5 лет назад. По официальной версии, несчастный случай, падение с высоты. Так, что у нас опять тупик, что ли? Нет. На него все еще зарегистрирована фирма, которая арендует заброшенное здание в Кронштадте. И аренда исправно платится. Так, Костя, ты знаешь, что делать. Ребят, за мной! Устал от загадок. Наси бы данную машину, пусть побьет. Да. Шевелись. Ваня, помоги. Фадеева вниз, а я посмотрю, что наверху. Работаем. Мальчики направо, девочки налево. Вань, давай только, чтобы вас потом двоих доставать не пришлось. Черт, стажу. Стоять, полиция! Подъем! Пошел! Как погиб ваш сын? Лепо. Он хотел создать уникальный эпический квест. Он отвечал за логику, а меня попросил технически все продумать. Я инженер. Хороший инженер. И вот когда все было готово, он решил первым пройти маршрут. Несчастный случай. Точно, нет моей вины. Все было безопасно.
Пол провалился, ты летел вниз. Все эти ребята потом столько раз падали. И ничего. Все эти игры. Ради него. В память о нем. Продолжение его дела. Теперь моего сына. Там целая команда фанатов. А мне это помогало не сойти с ума. Придавало хоть какой-то смысл жизни. Я словно разрывался надвое. Одна моя часть хотела их спасти. Хотела, чтобы кто-то их остановил. Кто-то меня остановил. А другая требовала, чтобы они... умирали. Ты что тут делаешь? Я уже ухожу. Просто хотел посмотреть на модератора квеста. Оказывается, половина участников были фейковыми. Немец-старший регистрировался под разными никами и сам подогревал интерес к игре, тем самым завлекая новых игроков. Твои коллеги сильно для тебя постарались? Уладили все с магазином, с полицией? Что это значит? Это значит, что еще одно нарушение... Товарищ полковник... Малейшее нарушение... Клянусь, никаких больше нарушений, я... Спасибо, товарищ полковник. Извините, разрешите идти? Свободен. Я вернулся! Точно об этом пожалею.